трагедиям приводит и нарушение правил на дорогах. Несколько примеров, когда дело могло обернуться ДТП, увидите далее в традиционной рубрике «Автохам». В жизни мы часто куда-то торопимся, но всегда находятся те, кому еще нужнее, чем другим. Очевидно, как раз из такой категории шофер на этих кадрах. Двойная сплошная, стоп-линия, все для него не имеет значения. А вот инспекторы ГИБДД этими кадрами наверняка заинтересуются. Как и данным видео. Оно четко демонстрирует, что ждать не в характере наших людей. Даже перспектива аварии, а ведь красный сигнал светофора горит не просто так, иркутян не пугают. В этот раз обошлось без ДТП. Но где гарантии, что в следующий раз также повезет? На везение рассчитывал или на что-либо еще неизвестно, но едва не спровоцировал аварию торопливый водитель на этих кадрах. Он почему-то решил, что встречная полоса предназначена именно для его маневров. Инспекторы, окажись они рядом, наверняка провели бы ликбез. Если и вы стали свидетелями хамского или неадекватного поведения на дорогах области, присылайте нам свои видео. Самые яркие кадры покажем в эфире.